Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Друзья, сегодня мы будем с вами мариновать толстого лобика. Это очень вкусная рыба, и маринованная она идет и под картошечку, и под пивасик. Итак, приступим. Кости и шкуру я отделил, чтобы время не тратить. И теперь филешку нарезаем полосками. Хотя кому-то, если может быть нравится там кубиками там, или как-то еще треугольничками, то это дело вкуса. Вот такие полоски филешные у нас получились. Мяско аж светится. Вот такую филешку мы имеем. Пока убираем ее в сторонку и готовим маринад. Друзья, все составляющие указаны на 1 литр воды. То есть засыпаем все специи, сахар, соль, доводим до кипения, кипятим 2-3-4 минуты, выключаем и ждем, пока остынет примерно до комнатной температуры. Как только остыло, добавляем уксус. Почему? Потому что уксус кипяток, это в принципе смысла никакого нет. Хорошо перемешиваем. Сторонку и выкладываем нашу рыбку. Маринад, а сверху тарелочку для гнета. И убираем в холодильник на сутки. Вот, сутки у нас прошли. И вот такую рыбку мы имеем. Маринад сливаем, он нам больше не нужен. И выкладываем нашу рыбку на бумажное полотенце. Вот такая красотулька. Так, теперь в чистую банку выкладываем рыбку. Лук. И масло. Масло может быть любое, вплоть даже домашнее. Я и с домашним делал. Мне тоже нравится и с домашним. То есть, с такой своеобразный вкус получается. И можно вот с магазинным, которое безвкусное. То есть, в принципе, без разницы. И слоями. Рыбка, лук, масло. Рыбка, лук, масло. Лук потом даст свои соки. Рыбка пропитается и будет очень вкусно. Все, убираем в холодильник на сутки, чтобы рыба пропиталась. Сутки у нас прошли, хотя чем больше оно стоит, тем вкуснее будет. И вот такая рыбка у нас имеется на выходе. Розовенькая, аж светится. Под пивасик просто бомба. Друзья, ваше здоровечко. Друзья, благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.